Еще в древние времена была раскрыта великая сила земли, подмечено чудесное таинство зерна, опущенного в ее недра. Под покровительством природных стихий, терпеливого труда человечества родилось поистине благородное занятие – земледелие. Осваивая секреты и закономерности такой жизненно важной науки, человек приручил и животных, дополнив продовольственную деятельность новым элементом. Сегодня мы продолжаем красивые традиции предков, создавая прочную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности, удовлетворяя потребности республики в продовольственных ресурсах. Современные работники сельского хозяйства – свидетели, соискатели и творцы исключительного прогресса в области технологий рационального и точечного земледелия, селекционно-генетического процесса, кормления и систем содержания животных. Каждый из них составляет общее благополучие Республики Беларусь. Не словом, а делом доказывает преданность Родине и одной из значимых, любимых профессий. Почитаем, уважаем и благодарим за ваш труд.